Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас 30 апреля. Сегодня моим детишкам ровно 9 месяцев. 9 месяцев счастья. Они незаметно пролетели. Первые 2 месяца шли, конечно, очень медленно, потому что мы лежали в больницах. Там время идет очень медленно. А потом эти месяцы пролетели незаметно. Погода суперская, тепло, но есть немножко ветер. Но погода это не портит. Мы с Золовкой и с детьми. Вон она. Идем на прогулочку. Вот. В принципе, новостей никаких. Все так же, ничего не изменилось. Спустимся в район Хатай. Там только магазины, кафешки, больше ничего нет. Сегодня там есть рынок вещевой. На этом рынке можно бывает приобрести одежду для дома. Пижамы, носочки, маечки, топики, вот такие вещи. На этих рынках бывает очень дешево. Вот я хочу посмотреть, я раза два-три была на этом рынке. Хочу посмотреть, может что-то новое там появилось. Ну, скорее всего, появилось, я там года два точно не была. Вот. Там, наверное, снять не получится, потому что там народу очень много будет. Не знаю, наша коляска вообще туда заедет или нет. Короче, будем смотреть. Всем хорошего настроения, мои солнышки. Отсюда виднеется у нас море. Но вам не видно. Короче, не видно. Но я его вижу. Вон там внизу. Я вижу море. А вон она, вон она. Вот она. Вот. Ну, до туда идти, если спускаться прямиком. Ай, минут 10 можно дойти. Ну, а дойти до моря не проблема. Проблема подняться потом. Вот в чем бывает проблема. Ну и сниму немного райончик наш. Магазин Ени Умут. Один из любимых магазинов моей свекрови. Она сюда часто ходит. Сейчас мы ее, кстати, по дороге встретили. Она покупала шоколадки для своего мужа. Свекра очень любит сладкое. Так же, как и мой муж. Вот это вот впереди общежитие. Насколько я знаю. То ли военная, то ли милицейская, точно не помню. Но знаю, что общага. Так-с. Идем дальше. В Измире можно часто встретить лестницы, вот так вот покрашенные в разный цвет. Мне это очень нравится. Смотрится, как-то, знаете, радужно. Настроение поднимается. Ай-ай. Сегодня, когда выходили, встретили соседок с моего дома. Они все стояли внизу у подъезда и сказали, что зайдут в гости поздравить с деточками. Вот так вот. Когда будет, не знаю. Они могут нагрянуть всей толпой без предупреждения. Ну, здесь, в принципе, это норма. Ну, когда вот так вот всей толпой приходят, да и не только толпой, без предупреждения, в основном дают чай и печенюшки. Ой, какая стильная женщина в возрасте. Костюмчики в светлом. Мне нравятся такие ухоженные женщины, которые за собой в возрасте тоже смотрят. Класс просто. Мы с мужем, помню, вот в этом доме смотрели квартиру. Он самый последний этаж и предпоследний с видом на ту сторону, на море. Но там такая планировка ужасная. Сейчас сказать, я зашла туда и вышла. Мои хорошие, я не смогла пройти мимо вот этого вот зрелища. Красота просто нереальная, посмотрите. Это, по-моему, каллы, да? Такие огромные. Просто огромные. Вот там вот стоит мотоцикл. Они выше этого мотоцикла. Намного.
Красота. Да, цветочек здесь тоже. Еще вот такой какой-то цветок. Я не знаю, что это за цветок. Вот он. Но каллы, конечно, бесподобные. Ну и, конечно же, как же без роз. Вот такой вот дворик. Красиво. Ну, каллы. Машала, машала. Так, мы уже идем обратно. На рынке, честно сказать, не снимала, потому что руки заняты были. То коляску держишь, то там вещи смотришь. Несколько футболочек купила и пару шортиков, чтобы носить дома для детей. Цены такие 5, 7,5, 10 лир. Там разницы нет, какую вещь ты берешь. Там каждая вещь стоит там у кого-то по 5 лир, у кого-то по 7,5 лир, у кого-то по 10 лир. Ну, нужно внимательно смотреть вещи, потому что часто бывает грязная, или нитки торчат, или дырочка может попасться. Вот так вот, короче. Все, идем потихонечку домой. Коляску забрал муж, он нас встретил. Мне очень нравится вот именно вот эти вот дворики в турецких домах, как они ухаживают за своими двориками, за палисадниками. Молодцы просто. Мужа мне догнать, чтобы... О-хо-хо, он убежал прям с детьми. Мы успели за ловкой еще чая попить, посидеть. Смотрите, да? Красиво. Везде зелень. Глаз радуется. Глаз радуется. Что еще надо для счастья? Зелень, зелень, зелень. Я пыталась на балконе высадить вот эту фигню. Она у меня не прижилась почему-то. Несколько раз я это пыталась сделать, потом это дело забросила. Везде зелень. Очень красиво. О, Господи, они ушли уже туда. Вперед, вперед. Так, немножко закрою пока камеру. Как же без кошек? Киша, киша, пуща, пуща. Здесь, по-моему, их много, потому что я чувствую запах. Ой, как пахнет. Солнышко наше садится. Привет, привет, мои хорошие. Вчера купила краску себе вот такого вот, я не знаю, вот эту марку вообще. Вроде как французская написано, продавец. Консультант посоветовал, сказал, что она хорошая. 9, звездочка 13. Это типа наша 9.1. Вот. Взяла сразу две, потому что боялась, что одна не хватит. Посмотрим, что за краска. У нас утро, ну, утро. Около 12 часов уже. Тихрашка ленится кушать, потому что она, ну, почти наелась, там мало осталось. И поэтому она ленится, и мы должны держать ее бутылочку. Вот так вот. Сынуля поел, играет у себя там в бассейне. Мы тоже будем завтракать. Давай поболтаем с тобой. Как твоя жизнь? Что в жизни нового происходит? За последние 2 часа что произошло? Что ты сделала за последние 2 часа? А? Поспала. Покусала йогурт с фруктами. Йогурт домашний нам бабуля готовит. Мама поменяла подгузник. Да? Сделали зарядку немножко. Поругались с братиком, который вот лезет туда под шкафчик. Там у нас провода были. Вот он за этими проводами охотится. Что нашел, интересно? Что-то нашел-то.
Вот. Что еще ты сделала? А? Что сделала? Папе глазки построила, да? Да. Мы сегодня красивые в платье. Сегодня это платье на нее одела первый раз. Она как раз на нее, оно как раз на нее, она выросла наконец-то для этого платья. Да, мамина девочка? Да, да, да. Ты выросла, пупсик? Пупсик? Аслан, солнышко, там голова будет биться, солнышко. Осторожно, там голова бьется. Да, головой нельзя делать. Осторожно, пупсик. А это что такое? Ой-ой-ой, все-все-все, закрываю, закрываю. Мои хорошие, привет-привет. Рубрика «Что на ужин?». Я ничего не готовила, это приготовила свекровь и передала. Так, выключаем газ. Турецкий пиляу – это рис, сваренный с мелкими макарошками. Вот это то, что бежевого цвета – это мелкие макарошки. У меня на канале есть рецепт. И это безелье имеет. Еда из зеленого горошка, если переводить точно. Я люблю эту еду. Именно как готовить свекровь люблю. Здесь бывает... Так, рецепт этой еды тоже у меня на канале есть. Она меня учила готовить, я по ее рецепту готовила. От меня же салатик. И все. Вот такая вот я невестка никудышная. Никакая, можно сказать. От меня толку никакого нет, моей свекрови. Что делать? Надеюсь, моей маме больше повезет с невесткой, чем с моей свекрови со мной. Всем приятного аппетита, кто за столом.